удивительные события, произошедшие в прошлом, благодаря которым наша жизнь обрела иной путь развития. Чтобы открыть смысл древних пророчеств, мы отправляемся в путешествие к берегам Средиземного моря. Мы узнаем смысл слов Апокалипсиса Иоанна Богослова. Семь церквей Откровения. Как не войти в заблуждение? Столетия христиане, образованные люди, изучая книгу Откровений, пытаются найти ответы на злободневные вопросы, которые их окружают сегодня. Мы находимся сейчас в старинном городе Фиатире, где располагалась церковь, четвертая церковь, которой Иоанн Богослов адресовал послание Иисуса Христа, откровение Иисуса Христа, направление и получение. Фиатира переводится как «врата жертвоприношения». Поселение в этом античном городе на западе Малой Азии существовало еще в 3000 году до Рождества Христова. Человеку первых веков это название говорило несравнимо больше, чем нам. Фиатира, или современный турецкий Акхисар, был заметным промышленным и коммерческим центром. Здесь существовали многочисленные торговые и ремесленные гильдии. Послание апостола Иоанна адресовано городу, о котором мы знаем очень мало, и от которого почти не осталось следа на земле. Он полностью превращен в пыль истории. Выяснить местоположение Фиатиры удалось лишь в конце 17 века. Человек из этого города повлиял на жизнь апостола Павла и также отмечен в Священном Писании. Я думаю, что если Священное Писание отмечает кого-то, значит, это дает нам возможность быть сопричастником к тому, что делал этот человек, и он сопричастник к нашей жизни. В ходе своего второго миссионерского путешествия апостол Павел впервые вступил на землю Европы. Первым обратившимся в христианство европейцем стала Лидия. Имя Лидия означает «лидийка», то есть происходящая из исторической области Лидия в Малой Азии. Город Фиатира, бывший ее родным городом, был известен благодаря качественному производству шерсти, тканей и пурпура. Пурпур в древности считался драгоценным красителем. Знаменитые фиатирские ткани окрашивали не с помощью пурпурных моллюсков, как в Тире. Здесь краску производили из корня растения марены красильной. Неудивительно, что и переехав из Фиатира в Филиппы, Лидия продолжала заниматься обычным для ее родных мест делом – торговлей пурпуром. Производство багряниц было весьма прибыльным делом. Вероятно, благодаря этому Лидия была состоятельнее других христиан. Ей было легче дать у себя приют апостолам. Представим себе синагогу. Сидят люди, и вдруг одна женщина по имени Лидия откликается всем сердцем на послание, которое несет апостол Павел. Мы видим ее состояние души. Послушайте. И одна женщина из города Фиатир, где мы находимся сегодня, именем Лидия, и, кстати, Фиатир находится в Лидийском царстве, торговавшая багряницей, мы видим, что она бизнесвумен, чтущая Бога, то есть у нее уже есть в сердце желание измениться, слушала. Может быть, вы просто смотрите нас через экраны телевизоров и думаете, ну вот что мне до этого послания из Фиатиры? Это послание очень важно, потому что, послушайте, если сердце Бог отверзает вам, открывает вам сердце, то вы услышите самое главное послание. Лидия, она не оставила свой бизнес, но Лидия дала правильное направление тому делу, которое давало доход ее семье, потому что она стала служить от сердца Богу, и она стала служить от сердца дела благовестия. И если честно, мне показалось, вот когда я читала это писание, что Лидия с ее кипучей такой, очень активной, такой ясной жизнью, с ее ясной натурой, она приложила руку к тому, чтобы ее родные, ее друзья в Фиатире, потому что постоянно упоминается, да, откуда она, что она из Фиатиры, значит, она постоянно сообщалась со своим родным городом, у нее здесь были друзья, у нее были дальние родственники, у нее были партнеры.
И церковь, которая впоследствии была основана здесь, в Фиатирах, возможно, она была основана и благодаря усилиям этой женщины, праведной женщины, богобоязненной и чрезвычайно верной тому посвящению, которое она сделала. В Откровении Иоанна Богослова самое длинное из посланий к семи церквям ассийским адресовано именно к Фиатирской церкви. Ангел возвещает церкви похвалу за ее добродетели, за ее любовь и верность Христу, за служение бедным и за терпение, как свидетельство твердой христианской надежды. Из этого послания Духа Божьего Фиатирской церкви мы понимаем, что ее дела потрясающие. Церковь развивается, церковь проповедует Евангелие, проявляет свою любовь. Здесь написано и о том, что дела знает сам Бог этой церкви. Здесь рассказывается о том, что служение у церкви потрясающее. И вера. Вы знаете, вера – это то, что меняет жизнь вокруг нас, то, что меняет нас самих. Через веру мы принимаем спасение от Господа Иисуса Христа. То есть жизнь этой церкви была удивительной. У нее было терпение противостоять злому. У нее было терпение противостоять неверию, которая окружала ее. Терпение противостоять идольству, которое здесь было вокруг этой церкви. И послушайте, и их дела развивались, они улучшались, они становились все больше и больше, как пишет Священное Писание. И в это же самое время, когда мы смотрим вокруг нас, мы видим здесь доказательства этого. Здесь находится церковь, которая была выстроена уже во втором веке. Эта церковь – огромное здание, которое лучше всего сохранилось в этом самом месте. Разрушены храмы Аполлона здесь, разрушены капища Севильи. И тем не менее церковь остается самым значимым местом посреди вот этого города и этой разрухи, которая нас окружает. Город был очень особенным, и этот город был древним и действительно очень знаменитым в те времена, потому что он находился недалеко от царской дороги, дороги, которая была построена еще во времена Персидской империи. Царские гонцы двигались по этой дороге, торговля шла по этой дороге. И этот город был действительно городом процветающих людей. В этом городе было много известных мастеровых, людей, которые занимались, имели красильни. Здесь разрабатывали знаменитую багряную краску. Поэтому город действительно процветал. Но что самое главное, что здесь процветала основанная апостолом Павлом христианская община. Дух Божий говорит к этой церкви: «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что в последние дела твои больше первых». Здесь речь идет о том, что церковь в Фиатире имеет дерзновение от Господа, любовь, которая все превосходит, имеет терпение, потому что в то время необходимо было терпение, даже долго терпение. Потому что здесь, в этом городе, буквально в нескольких шагах отсюда, находился храм Аполлону. Это была церковь, в которой приходилось бороться с идолопоклонниками. Это была церковь, которая противостояла и определенным культам, как, например, культу Севиллы. Севиллы, лжепророчицы, и культ пророков Севилл был очень признан в эллинистическом мире. Люди обращались с тем, чтобы узнать будущее, узнать прошлое, получить прямое слово от Бога. И церковь, безусловно, напрямую сталкивалась с таким душевным, духовным противостоянием. В общине Фиатиры не обошлось без искушений. Каждая торговая гильдия имела своего покровителя в обширном римском пантеоне. И важное место в общественной жизни населения занимали профессиональные празднества, посвященные богам-патронам.
Эти праздники сопровождались пирами в храмовых трапезных, где участники вкушали идоложертвенную пищу. Основной повод к упреку, который высказывает Христос христианам Фиатиры, это терпимость общины к некой лжепророчице с символическим именем Иезавель. Истинное ее имя нам неизвестно. Я просто смотрю сейчас по сторонам, мы находимся посреди турецкого города, который окружает нас шумом. Здесь же очень много лавочек, магазинов. И в некотором смысле можно представить этот шумный город Фиатиру. Фиатира был ключевым городом Лидии. Это царство, которое влияло на всю Малую Азию. И я вам хочу сказать, тем не менее, когда церковь начала проповедовать по всей Лидии, когда церковь начала благовествовать, проявлять любовь, в это же самое время в самой церкви появились лжепророки. Это неудивительно, что именно женщина, у которой был дух Изавели, стала вот этим воплощением того, что происходило в этой церкви негативного. Послушайте, что дальше пишет Дух Божий в Откровении Фиатирской церкви. «Но имею немного против тебя». Немного совсем. Но это немного, если мы сейчас увидим, это влияет на все, что окружает и нас сегодня. Послушайте. «Потому что ты попускаешь жене Изавели», не имеется в виду физическая Изавель, а духовная Изавель, «называющая себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих». Против церкви вдруг Дух Божий выставляет обвинение. С одной стороны, это прекрасная церковь, в ней есть учителя, пророки и есть служители. И в то же время здесь есть некая червоточина, которая называется пророчицей, которая, кроме всего прочего, учит и вводит в заблуждение рабов Божьих, тех, кто полностью, рабы – это те, у кого полностью подчинена жизнь Господу Иисусу Христу. Послушайте, что это за странное движение, в которое ввергла эта женщина, пророчица церкви, любодействовать и есть идоложертву. В церкви Господь ограничил церковь буквально несколькими вещами. И я хочу сказать, что действительно один из первых соборов, которые провела христианская церковь, первых споров, как только церковь начала расширять свое влияние, выйдя за пределы еврейской диаспоры, возник вопрос, надо ли неверующим из язычников, из эллинов принимать на себя весь закон о Моисея, весь устав тот, который евреи исполняли из века в век, столетия в столетие. Да. Но, по сути дела, нужно ли обрезаться тем, кто покаялся из язычников, из эллинов, или не нужно? То есть закон или благодать? Закон Моисея или закон Господа Иисуса Христа? В 15 главе книги «Деяний святых апостолов» описывается первый апостольский собор, в котором Петр говорит следующее. «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, от удавленина и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы». Как мы видим в данном случае, изволение Святого Духа не затруднять обращающихся к Богу из язычников, но утверждать их в вере и благодати Божией. В Священном Писании сказано, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя Свое. И здесь апостол ссылается к Священному Писанию, которое пророчествует о том, что все народы придут к скинии Давида, к откровению, которое было дано израильскому народу. Ведомо Богу от вечности все дела его.
Потому, я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников. Вот это очень важно. То есть Дух Божий сказал четко об Петру следующее. Надо не затруднять, не пытаться наложить бремя, которое мы не смогли, как евреи, сказал Петр, понести сами. Это послание. Все очень четко и ясно. И здесь, в Фиатирской церкви, происходит совсем иное. Здесь вдруг восстала женщина, пророчица, которая называет себя пророчицей. Культ Севилы, это совершенно естественно здесь, что женщина пророчествует. И, скорее всего, это было связано с культом Севилы. Ну, без сомнения, это было связано с пророчествующим культом Севилы. Как происходили эти пророчества, мы сейчас понимаем. Эта женщина блудодействовала. Она завлекала христиан, говоря, что это свобода. Мы получаем свободу в Иисусе Христе. Значит, мы можем жить с кем угодно, заниматься чем угодно, потому что в Иисусе Христе мы свободные люди, мы больше не рабы. Но здесь Дух Божий сразу обличает. Он говорит, она блудодействовала, она вовлекает моих рабов в блудодейство. И все вот эти вот пророчества, все эти учения, которыми она ввела церковь в это тоже блудодейство, являются духом Изавели. Что же такое дух Изавели? Послушайте, это дух Антихриста. Изавель стояла против всего, что Бог делал в Израиле когда-то. Это определенный дух, который действует и сегодня. Что было? Даже когда Бог показал через Илию великие чудеса, Бог уничтожил через Илию пророков Ваала. Он снизвел на алтарь, который был полит водой, многократно полит водой, на жертву огонь, и огонь пожрал пожрал эту жертву. Как свидетельство, послушайте, как знамение того, что Бог есть Бог истинный, а Ваала, жрецы, являются на самом деле ложными. И поэтому Илия побежал перед колесницей царя. Он убедил царя, он убедил народ, что только Бог и Иегова истинный Бог. Но когда, добежав до место назначения своего, Илия, сопроводив Ахаву, оказался вновь в городе, Ахав попал под влияние вновь Изавели. Дух Изавели – это сексуальный грех, это сексуальное давление, это сексуальная манипуляция. Послушайте, сейчас именно это и происходит по всему миру, потому что Дух Антихриста входит и даже входит в церковь. Мы видим, что сейчас рукополагают епископами женщин, лесбиянок или гомосексуалистов, полагают сейчас епископами в некоторых церквях. Почему это происходит? Потому что Дух Изавели вошел в церковь. Это не значит, что вся церковь просто безобразна. Здесь, в Фиатирской церкви, Бог обращается к современному миру. Он говорит, я знаю твои дела, я знаю твою любовь, я знаю тебя, церковь. Но послушай, тем не менее, я имею кое-что против тебя сказать. Он говорит, что мы знаем, что дела в последние времена твои будут больше, чем дела, с которых ты начал. Да, сегодня церковь делает большие дела, служит большему количеству людей, проповедует Евангелие до края земли. И тем не менее, послушайте, это слово отсюда, из Фиатирской церкви, из Фиатира. Это слово для вас сегодня. Дух Святой в послании к Фиатирской церкви ободряет всех верных, кто хранит себя чистыми и непорочными. Интересна и сама символика обетования Христова. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся». Скорее всего, этот образ берет начало в древнеегипетском царском ритуале, когда фараон разбивал глиняные сосуды, символически демонстрируя таким образом власть над народами земли. Сильные и верные святые, которые прошли все испытания и сохранили веру, наследуют потрясающие Божьи обетования, как истинные сыны света.